Привет, друзья! Вы на канале «Карева. Жизнь на Кипре». Сегодня вашему вниманию мы покажем комплекс, который расположен на самом берегу Средиземного моря. На сегодняшний день очень мало земли осталось на Северном Кипре, на которых можно построить комплексы недалеко от моря, на Первой береговой. И данный комплекс, конечно, очень подходит для инвестиций, для сдачи в аренду, а также для отдыха. Он представляет собой такой отельный тип, в котором будет работать обслуживающая организация, и будет сдавать вашу недвижимость в аренду, а вы, следовательно, будете получать доход. Пойдемте посмотрим, что это за комплекс, что здесь есть, все изучим, мы вам все покажем и расскажем. Важной фишкой данного комплекса является то, что здесь находится аквапарк. И все резиденты могут пользоваться им абсолютно бесплатно. Вы живете, отдыхаете в своей квартире, в своем номере, а ваши дети могут спокойно, беспрепятственно играть в аквапарке хоть с утра до вечера. Здесь есть как большие горки, так и маленькая детская зона. Очень уютное местечко, также здесь расположены шезлонги, есть мини-бар и есть прекрасное место для отдыха. Мы в жару приезжали в аквапарк, и мой ребенок очень любил в этой детской зоне кататься с горок, бегать, играть. В общем, такое неплохое место, нам понравилось. Также на территории комплекса есть очень классный тренажерный зал, спа-зона, сауна, хамам, бассейн, также прекрасный ресторан. Итак, пошлите, я вам покажу, какой здесь есть большой хороший тренажерный зал. Зона с тренажерами, кардиозона возле окна, зона бокса. Также здесь есть зал для групповых тренировок, пилатес, йога, душевые. В общем, все выполнено очень на хорошем уровне. Застройщик все продумал, пока вы находитесь в спа-зоне, в тренажерном зале, ваши детки могут спокойно с бэбиситером находиться в такой классной игровой. Здесь действительно очень все больших размеров. Посмотрите, что вообще мне тут очень нравится. Мы, я уверена, сюда будем приезжать. Кстати, скалолазная доска, прикольная стена. Вот Богдаше здесь бы понравилось. Здесь как раз такой возраст, наверное, вот с одного годика, как начинает ребенок ходить, там воздушный бассейн, до лет 6. Вот здесь можно бегать до 5. Тут с ним будут заниматься, даже есть вон столики, стульчики. Вот, возраст детей, посмотрите, это игровая 0-3. Прикольно. И самое главное, что это абсолютно бесплатно для резидентов данного комплекса. Это просто мега-супер-класс. Так все интересно продумано, что даже есть заправка. Мой бы тут однозначно завис. Мой любит заправляться, детеныш. Домики такие. О, тут, кстати, есть, смотрите, полицейская комната с оружием. Все серьезно. Это типа тюрьма.
После тюрьмы, вот посмотрите, здесь есть зона медицинская. Это вообще прикольно. Вот у кого есть дети, вообще, тот меня поймет. И зона какой-то детский садик или школа. Вот мы учим, в общем, буквы. Все новенькое, чистенькое. Пока красивое. Также вот зона, может ваши дети играть в приставки, смотреть мультики, играть в аэрохоккей, футбол. Ну, я скажу, что это все стоит денег. Показывается, как насколько застройщик позаботился о своих покупателях. Мы сейчас пришли в спа-зону. Здесь еще вот на таком все стадии. Скоро будет все новенькое, красивое, запущено. Здесь джакузи, огромный большой теплый бассейн и паровые. Очень классно вообще, мне здесь нравится. И также здесь будет такая зона с морской водой. И что немаловажно, на территории есть небольшой маркет, где вы можете купить что-то первой необходимости, там какие-то йогурты, воду, какая-то даже заморозка есть. А если вам что-то надо уже посерьезнее, то буквально в 5 километрах, даже в 3 километрах есть большой магазин «Лимар». Также недалеко, буквально в километре, есть еще один магазин, такой тоже небольшой. В общем, здесь спокойно можно жить, но, естественно, желательно автомобиль, потому что вы отсюда далеко пешком не уйдете. И вот на таком транспорте вы сможете доехать до пляжа, вас доставят. Знаете, лучше плохо ехать, чем хорошо идти, когда жара. Сейчас мы приехали на пляж, в комплекс по соседству, Цезарь Бич. Кстати, резиденты могут пользоваться пляжем. И Цезарь Бич, всех комплексов застройщика Цезарь. А пока Цезарь Блю пляж еще строится, вот здесь отдыхающие. Кстати, сегодня 17 октября, температура воды 25 градусов, люди купаются. Здесь немного людей, но все же, вы знаете, у нас сезон продолжается. Данный комплекс еще находится на этапе строительства, но некоторые дома уже построены и введены в эксплуатацию. В комплексе есть квартиры, студии 1+1 и 2+1, и у них разные планировки. Есть 3 планировки студии, есть 3 планировки 1+1 и есть 3 планировки 2+1. Пойдемте посмотрим квартиру-студию, а также квартиру 1+1. Итак, друзья, сейчас я вам покажу квартиру-студию, такой отельный номер, 56 квадратных метров и 8 квадратных метров терраса. Данная студия вытянутых размеров, поэтому здесь прекрасно размещена кухня с бытовой техникой, со всем необходимым. Там есть и стиральная машина, духовой шкаф, и микроволновка, чайник. В общем, здесь есть все необходимое, чтобы вы могли приготовить и спокойно, нормально здесь жить. Также здесь есть зона отдыха, телевизор. Вы можете в этой зоне смотреть телевизор, работать. В общем, есть такая зона. И есть также спальная зона, куда становится прекрасно. Двухспальная кровать, полуторная кровать, можно поставить две узкие кровати, если у вас двое детей, вы хотите спать на диване, а детей положить на кровать. В общем, как вы захотите. В общем, это достаточно функциональная такая комната, где вы можете спокойно отдыхать и наслаждаться. Пойдемте, покажу вам террасу. Она с очень классным видом на море. Здесь, кстати, почти все квартиры, очень многие квартиры с видом на море.
Также в студии есть такой санузел с душевой, с бойлером. Очень симпатичная плитка, сантехника неплохая. Все достаточно очень симпатичненько. Итак, о главном. Стоимость данной студии от 94 тысяч фунтов. Есть студии поменьших размеров на нижних этажах, граунд-этаж от 73 тысяч фунтов. Это, я вам говорю, студии, которые не готовых домах, а еще дома находятся в процессе стройки. Сейчас мы находимся в квартире 1+1, общей площадью 60 квадратных метров, плюс терраса 11 квадратных метров. Данная квартира уже побольше, и стоимость данной квартиры от 100 тысяч фунтов, в зависимости от этажа. Цены каждый день меняются, поэтому кому интересен прайс, вы нас спрашиваете, мы вам вышли. Самая дешевая 1+1 на сегодняшний день 103 900. Эта квартира представляет собой большой зал, здесь есть зона отдыха, функциональный раскладной диван ставите, два человека помещаются, или три ребенка, два взрослых. Это я вот, когда хочу кого-то укомплектовать, я сразу прикидываю, что здесь, для кого можно ее сдавать, ну или также какой семье можно здесь жить. Также здесь есть кухонная зона со всей бытовой техникой, с духовкой, с плиткой, микроволновкой, чайник, холодильник. Вы можете спокойно жить, готовить и не переживать, что чего-то в квартире нету. И также есть спальная зона. Пойдемте зайдем в комнату. Вот, заходим. Спальня нормальных размеров. Здесь общая площадь не меньше 16 квадратов, а то и 17. Здесь может хорошо встать две кровати, 120 даже, либо большая двухспальная. Здесь есть и дамский столик, можно еще какие-то комоды. Также в этой комнате есть встроенный шкаф. И мы сейчас покажем вам террасу. Она огроменных размеров. Также тут дома повернуты, что вот в этой квартире видна дорога немножко, соседние комплексы и потрясающий вид на море. На эту террасу выход с двух комнат. Его можно оборудовать, как вы захотите, и использовать. И это как еще одна комната под открытым небом. Кто-то поставил уже на балкончик себе гриль, электрогриль. Сейчас это все поле застроится. Вот здесь коттеджные поселки. Цезарь Блю, Four Seasons. Дальше также идет уже земля выкуплена. И здесь такой вот будет... такая урбанизация. Итак, сейчас очень важная информация, поэтому не переключайтесь, мы поговорим с вами про план оплат и про акции, про условия. Сейчас у застройщика шикарные акции. Если вы покупаете квартиру-студию, то при оплате 50% дизайн-пакет в подарок. Бытовая техника, мебель, все необходимое входит уже в стоимость. А также, как только вы оплатили 50%, застройщик вам возвращает 6% годовых от внесенной суммы. Дом еще не построен, он строится, а вы уже получаете своего рода такая аренда гарантированная. Это такой кэшбэк. И вы вносите свои деньги по плану оплат, и уже с этой, уже чем больше суммы вы внесли, тем больше вы с этой суммы получите свои 6%. Если это квартира 1+1, то это 7%. Если это квартира 2+1, то вы вернете кэшбэк 8%. Также, если квартира-студия, она строится, вы получаете. Как только она построилась, вы можете сдать в гарантированную аренду на 2 года под 8% годовых. Также вы можете сдать квартиру и 1+1 под гарантированную аренду, и 2+1 пентхаусы. Хочу заметить, что сейчас, такая вот секретная информация, но мы все знаем, данный комплекс взяла крупная немецкая компания в обслуживание по аренде квартир. И вы представляете, какой здесь будет контингент и кто здесь будет. Они будут заниматься рекламой, обслуживанием, заселением, то есть полностью эта компания немецкая, а у нее такое эксклюзивное право, уже заключен с застройщиком контракт, и она уже занимается своей деятельностью, своим таким бизнесом. Поэтому я считаю, что этот комплекс очень привлекательный. Здесь будут развивать зимний туризм. Здесь же есть спа-зона, бассейн закрытый, да, теплый. Здесь есть детская площадка, кафешка, рестораны. Рядышком
Во-первых, это находится на берегу моря. Также здесь очень известные комплексы уже Four Seasons, Cesar Beach. В 7 километрах находится Long Beach. В километрах 17 находится Famagusta. То есть вы сможете на автомобиле, можете добраться до любой точки. Вы можете съездить на Бафру, где 5-звездочные отели. В общем, это место, оно очень инвестиционно привлекательно. И если вы купите здесь недвижимость, вы можете получать доход всегда, вы можете сдать в аренду, можете сами заниматься арендой, вас никто не заставляет сдавать. Единственный момент, что если вы хотите сдать гарантированную аренду, то вы должны приобрести дизайн-пакет. Вот сейчас акция на студии, что это бесплатно. Поэтому, друзья, если вас заинтересовало данное предложение, на самом деле таких условий рассрочек немного. Здесь дается рассрочка на 36 месяцев. Это очень хорошее условие. Поэтому я рекомендую вам поторопиться и приобрести недвижимость, наконец-то, чтобы сбылась ваша мечта, инвестиционную недвижимость на Северном Кипре. Мы сотрудничаем с компанией крупной риэлторской Sun Republic. У нас целая команда, у нас профессионалы, наши менеджеры занимаются каждой своей работой. Вы точно получите весь спектр услуг, начиная на каждом этапе. И поэтому обязательно связывайтесь с нами и будем с вами вместе работать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и спрашивайте, задавайте нам вопросы, мы на связи. Встречаемся на Кипре!